Выставка – это всегда событие для нашего небольшого города. И коллектив школы дизайна 2Е всегда готовился к таким мероприятиям со всей ответственностью. Выставка памяти Елены Яковлевны Плешковой не осталась незамеченной в череде праздничных мероприятий, посвященных Дню города. В небольшом помещении студии школы дизайна 2Е, расположенном на втором этаже магазина «Юбилейный», собрались родные, друзья, ученики и просто знакомые Елены Плешковой. Заслуженный учитель Кубани, лауреат многочисленных всероссийских проектов, выставок, конкурсов, директор школы дизайна 2Е, когда задумывала эту выставку, назвала ее «Моя душа, мои дела, мои творения». Внезапный уход Елены Яковлевны из жизни стал огромным потрясением для многих. Есть люди-собиратели, вокруг которых всегда образуется какой-то человеческий водоворот. С ними хочется общаться, дружить, быть рядом. Именно такой была Елена Яковлевна Плешкова. А Елена Яковлевна, она умела видеть. Она умела видеть прекрасное даже там, где никто этого не видел. И будучи педагогом еще общеобразовательной школы, она учила видеть это и детей, простых учеников, не учеников каких-то художественных школ, а простых на уроках рисования, на уроках ИЗО. Боди-арт, дизайн костюма, батик, графика, живопись, рисунок, не знаю, барельефы, витражи. Это все, что делали дети под ее четким руководством. Причем прошу еще раз заметить, те дети, которые не имели специальной подготовки. Открывая выставку уже без Елены Плешковой, ее дочь Евгения Домарева была уверена, что душа Елены Яковлевны рядом с нами. А ее работы, наполненные чувствами, насыщенностью красок, подарок всем белореченцам. Она часто ездила оттуда со своими учениками и рисовала пейзажи именно наших кубанских предгорья, наших кубанских речек, предгорья, берегов наших. Также писала очень много картин, именно связанных с цветами, потому как они вдохновляли, радовали. Цветы – это жизнь, цветы – это краски, краски жизни. Прикоснуться к волшебному миру картин Елены Плешковой пришли многие ее ученики. Это такой праздник сегодня, потому что я увидела, это мой педагог, она когда-то учила меня в школе. Я очень люблю эту женщину, люблю, видите, не могу, до сих пор говорю, люблю эту женщину. Она удивительно красивая, и ее работы, посмотрите, сколько в ней жизни, цвета в этих работах. И вот я просто не могла сюда не прийти, потому что я получаю такое истинное наслаждение. Здесь столько теплоты, здесь столько души. Я думаю, что это просто замечательная выставка. Я думаю, что нужно будет еще повторить такие же выставки. Елена Яковлевна умела зажигать детские сердца, передавать свою любовь к изобразительному искусству своим ученикам. И многие пошли по ее стопам. Очень много учеников вышли из-под ее руки. Очень много поступили по своим профессиям, которые выбрали. В основном это была архитектура, дизайн, преподавание. Это был очень талантливый человек и оставила после себя много хорошего. Кроме картин Елены Плешковой, на выставке представлены работы и ее дочери Евгении Домаревой. Евгения является членом Союза дизайнеров, архитекторов и художников России. Возглавляет студию дизайна в Москве. Выставка открыта до 6 сентября с 13 до 16 часов. Валентина Калугина, Сергей Чернецов. События и люди.